Масленица – древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы. Целую неделю проходят массовые гуляния с катанием на лошадях, веселыми конкурсами, спортивными соревнованиями и активными зимними играми. Традиционный праздник отмечают и сотрудники Казанского университета. На территории астрономической обсерватории имени Энгельгарта КФУ собрались все желающие, которых с каждым годом становится все больше и больше. Сегодня у нас еще присоединились к нам сотрудники медсанчасти университетской клиники, так что сегодня огромное у нас течение народа. В этот раз у нас отличие существенное. К нам присоединился медицинское подразделение. Они приехали, сейчас в конкурсе блинов будут принимать участие. Вообще, то есть произошло такое объединение, сказать, подразделений, потому что, в принципе, у них профсоюз свой. Ну, надеемся, что после этого хотя бы какие-то совместные проекты будут. В основе возникновения слова «масленица» лежит русский обычай выпекания блинов. Согласно этой традиции, здесь же прошли и кулинарные конкурсы. Любители полакомиться блинами могли приготовить их самостоятельно прямо на улице. Даже если, может быть, она не очень легкая пища, но тем не менее, это удовольствие, которое может себе позволить эту короткую неделю, значит, человек для того, чтобы достойно, наверное, так войти в дальнейший весенний период. И, в общем-то, там уже подумать о более физиологичной пище. Завершилась программа сжиганием соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.